21 веке интерес к театру не пропадает. В скором времени этот вид искусства соберет в Черемхове коллективы из разных точек России. Там пройдет фестиваль «Театральная провинция». С 24 по 29 сентября участников ждет насыщенная программа. Первонаперво знакомство с театральными постановками. В числе прочих зрителям покажут продолжение комедии «Любовь и голуби». Кроме того, гостям предложат участие в круглых столах, театральных капустниках и творческих встречах. Для детских коллективов будет представлена образовательная программа. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах по сценической речи, движению и актерскому мастерству.